министр здравоохранения Аурелиус Верига с понедельника ушел в отпуск на 5 недель. Об этом сообщила представитель министра Лина Бущинскайте. Главу Минздрава по очереди будут замещать министр коммуникации и транспорта Ярослав Наркевич, министр образования, науки и спорта Альгердес Монкевичус, министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтес. Бущинскайте акцентировала, что министр следит за ситуацией, поддерживает связь с коллегами и готов вернуться, если ситуация в стране начнет ухудшаться. Для тех, кто за рулем. За минувшие выходные в Клайпеде, а также в Клайпедском и Крестинском районах полицейские поймали 17 нетрезвых водителей. Уровень алкогольного опьянения составлял от 0,43 до 1,36 промилле. У одного из задержанных нетрезвых водителей также не оказалось водительских прав. Всего без прав оказались 6 остановленных. За всю прошлую неделю Клайпедская дорожная полиция зафиксировала 180 нарушений правил дорожного движения. Самое частое нарушение – это пересечение перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Также за неделю 512 водителей превысили разрешенную скорость. Расследование. Сотрудники полиции Паланки задержали 4 лиц, подозреваемых в краже велосипедов. За это лето они украли более 10 велосипедов. Часть успели продать, но 8 велосипедов и 1 электросамокат полицейским удалось найти. Владельцы получат их обратно. Один из задержанных чаще всего воровал неприкрепленные, оставленные без присмотра велосипеды. Остальные 3 работали вместе, срезая замки, они угоняли и прикрепленные велосипеды. Подозреваемые ранее неоднократно были судимы за аналогичные преступления. По информации Клайпедского комиссариата полиции, в задержании подозреваемых помогли записи камер видеонаблюдения, оборудованные жителями Паланги. Недавно в Неринге была задержана парочка, укравшая 10 велосипедов. Все они были найдены. Путешествия. Этот год из-за угрозы коронавируса не годится для путешествий. Даже уехавшие в слабо затронутые вирусом страны не могут быть уверены, что по возвращении им не придется самоизолироваться. Об этом сказала главный эпидемиолог Литвы Лурета Ашуклени. Отмечается, что наблюдающийся в последнее время в Литве скачок заболеваемости коронавирусом связан с привозными случаями из-за рубежа. Во время исследования проб воды водозаборов до Упарая в Клайпедском районе было установлено, что содержание бора наполовину превышает норму. По результатам повторного исследования концентрация бора была меньше. Соединение бора токсичны только в больших дозах. И все же предприятие Клайпедосвандо незамедлительно предприняло действия, проинформировало более 200 домашних хозяйств, которым поставляется вода из Доупарайского водозабора. По словам предприятия, концентрация бора, показатели которой увеличились по естественным причинам, снижается путем перемешивания воды в резервуаре и доставки воды из водозаборов Клайпеды.